Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Мишарин. Меня зовут Сергей, и я на сегодня ваш учитель по Adobe Premiere Pro, который расскажет вам один секрет, о котором мало кто догадывается. Может быть, конечно, и знают, но я думаю, большинство из вас ни разу о нем не слышали, об этом приеме. Естественно, выпуск будет коротенький, так как он посвящен моментальной цветокоррекции в Adobe Premiere Pro. Ну что, вы готовы? Тогда начали. Итак, мы в программе Adobe Premiere Pro, и сейчас мы перекидываем исходник на таймлайн. Это просто пример, я нашел его на бесплатном видеостоке, ссылку я оставлю в описании. Вы можете найти там бесплатные кадры, которые можете применить в дальнейшем в своих видео, вот так вот. Ну, давайте выберем для начала какой-нибудь отрывочек, ну, вот такой, например, да. И теперь для того, чтобы отцветокорить наше видео, нам нужно всего лишь создать корректирующий слой. Правой кнопкой мыши нажимаем в это окошечко, New Adjustment Layer. Создается пустой слой, и мы его перетаскиваем поверх видео и растягиваем до конца видео. Теперь вся работа заключается в самом вот этом пустом слое, Adjustment Layer. Мы на него нажимаем, открываем окошечко Effect Controls, где расположены все настройки трансформации данного видеоролика. И вот здесь есть вкладочка Opacity, и мы переходим в Blend Mode, то есть режимы наложения. Здесь их несколько. И вот как раз они-то нам и понадобятся для того, чтобы скорректировать цвет. Из этих режимов наложения вы можете выбрать для себя абсолютно любой, который вам подходит. Ну, например, пойдем просто по порядку, да? Darken. Ничего. Ну, здесь некоторые режимы наложения не делают абсолютно ничего. Но некоторые, например, как Multiply, да, они вот делают видео более темным и, ну, немного насыщенности добавляется. Но я для себя уже определил, что мне нравится режим Overlay, так как он видно, как добавляет насыщенности и делает изображение более контрастным. Оно становится более объемным от этого, и в данном случае мне это подходит. Теперь у данного метода есть только одна настройка для того, чтобы регулировать вот эту цветокоррекцию. Да? Это всего лишь вкладочка Opacity. Мы убираем вот здесь вот ключик. Меняя значение Opacity, вы изменяете интенсивность вашего цвета. Но в данном случае я оставлю так, меня это все устраивает, хотя я думаю, что вы видите, как изменяется цвет, то, что было и то, что стало, да? Меня это устраивает. Давайте теперь просмотрим данное видео. Вот так вот оно выглядит. Ну и вот так вот оно выглядело. Ну, видно, что исходник такой сероватый и плоский. Но когда мы добавляем режим Overlay, у нас видео становится более объемным, контрастным и немножко насыщенным. В общем-то, это и есть весь метод цветокоррекции, который не требует никаких плагинов и никак не нагружает ваш компьютер, ну, абсолютно. Поэтому в режиме наложения вы можете выбрать любой, который захотите, который подойдет именно к вашему видео. Важно не забывать ставить лайк этому видео и рассказать об этом видео своим друзьям. Возможно, кто-то об этом способе даже и не догадывался, ну и вообще не знал. Ну и если вам это видео понравилось, обязательно пишите в комментарий просто плюсик. Мне этого будет достаточно, и будет приятно видеть, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Так что всем до скорого, всем удачи и всем пока!